Лагоса приехали до Бляшкару на мотоцикле. Это пляж в такой небольшой лагуне. Прозрачная вода и много отдыхающих. Мы направляемся на пляж. Вот такой необычный пляж здесь. Можно отдыхать на траве. И есть еще зона песчаная возле самого моря. Но я боюсь, что там все занято. Сейчас посмотрим, где мы расположимся. Allez, on ira voir. Allez, vous abonner.